Привет, дорогие мои! Сегодня буду делать дизайн ногтей к 14 февраля. Вот такое вот незамысловатое, но миленькое сердечко. Первым этапом наношу базу, гель-лак. Вторым этапом наношу цветной гель-лак. Вы можете использовать обычные лаки, не обязательно это делать гель-лаками. Если вам нужна подробная технология, как наносить гель-лаки, то кликайте на видео в углу. Если с мобильных устройств смотрите, то под видео оставлю ссылочку на этот урок. И наношу этот цвет на все ногти, кроме безымянного, потому что на нем у меня будет дизайн, и на него я буду наносить другой цвет лака. Первый слой нанесла, посушила в лампе, наношу второй слой, потому что пигментация лака не очень высокая, и мне необходимо нанести два слоя. А теперь беру белый лак с высокой пигментацией, в один слой его наношу на безымянный пальчик и сушу в лампе. Далее будем использовать топ глянцевый. И наношу его на все ноготочки и как следует сушу в LED-лампе или в UVF-лампе. Теперь я буду наносить матовый топ. Вы на свое усмотрение можете оставить ноготочки глянцевыми, можете нанести вот матовый топ, либо забафить ноготочки. Я пробую два варианта. Далее для дизайна мне понадобятся цветные гель-краски и дотс. Если у вас нет цветных гель-красок, то вы можете использовать также и гель-лаки, в принципе. Только желательно просушивайте тогда периодически, то есть не весь рисунок наносите сразу, а нанесли какое-то количество точек, сушите. Ну и сам дизайн будет вот такими точечками, как вы уже поняли. Можете делать, как вам нравится. Выбирайте те оттенки, которые вы хотите. Выбирайте диаметр точечек. Если у вас нет дотса, можете дот заменить зубочисткой и ручкой. В общем, все, чем можно поставить точечки, подойдет. Размер сердечка, то есть плотность нанесения точечек, густота, все это выбирайте, варьируйте по вашему желанию. Здесь можно экспериментировать, пока вы не посушили в лампе, все можно стереть. И первый вариант, можно сделать вот такие вот веревочки, как будто бы оно, сердечко где-то висит и сохнет. Я взяла синюю краску, можно черную, любую, в общем. И второй вариант, который мне больше понравился, это написать слово «love» на ноготочках тоненькой кисточкой. Думаю, к 14 февраля будет очень даже актуально. На два раза обвожу буковки. И в последней буковке «и» я в центре поставлю дотсом розовую точечку еще вот для пикантности. Вы смотрите, как вам больше понравится. Я вот выбрала такой вариант. Мне нравится. Можете покрыть ноготочки глянцевым топом, можете матовым сверху покрыть на ваше усмотрение. Вот что получилось у меня. Мне кажется, достаточно мило, нежно, на 14 февраля очень актуально. Рада видеть вас на своем канале, ваши лайки вдохновляют меня для съемки новых видео. Если вы еще не подписались на канал, обязательно подпишитесь. Я желаю встретить вам 14 февраля со своими вторыми половинками. Если же у вас еще нет второй половинки, то скорее ее встретить. И всем любви, пока!